Завершается благоустройство второй очереди парка авиастроителей в Московском районе. В прошлом году здесь была уложена новая брусчатка, установлен самый большой в городе сухой фонтан и более 100 опор освещения. Все работы проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Было здесь не очень, так я бы сказала, презентабельного вида. Что сейчас на данный момент стало? Это прекрасный вид, хорошие посаженные кусты, хорошая атмосфера. Появился сухой фонтан, который дети обожают, он с подсветкой. Я уже в годах, как бы уже вот эти вот там, и для меня вот тренажер — это неплохо. То есть немножко мы можем свои суставы как-то подправить. Здесь очень много дорожек для ходьбы с скандинавскими палками. Трава, значит, деревья, цветы, кустарнички. Все сделано так вот, как линеечку ставь. Завершено все озеленение. Выполнен монтаж детских игровых элементов, спортивных тренажеров. Дорожки набивные сделаны. Здесь будут большие диваны у фонтана, красивые для отдыха и любования этим фонтаном. Юрий Владимирович Шалабаев, исполняющий обязанности главы города, поставлена четкая задача — ежедневный контроль на объектах комфортной городской среды. Поэтому мы ежедневно утром начинаем рабочий день здесь и заканчиваем. Смотрим те объемы работ, которые были поставлены на день, и контролируем их исполнение в конце дня.